Что же мы вам сегодня представляем, когда на улице то ли снег, то ли дождь? А мы вам представляем новую автомойку «Авангард», которая работает здесь, на улице Галиуллина, 4. Эта мойка работает для вас круглые сутки, поэтому вы, в принципе, можете в любое время, приехав сюда, посидев немножко, посмотреть, как ваша машина становится белоснежно-чистой. Моек в городе много, но не каждая стремится быть первой. Да и не каждое дано-то быть первой. А это правильная мойка, и располагается она по адресу улица Галиуллина, 4. В чем правильность? Во-первых, эта мойка работает 24 часа в сутки. Во-вторых, здесь мест на 6 машин сразу. В-третьих, здесь за базовую мойку верха включено то, что в других мойках плюсуется. Это неправильно. И естественно, здесь правильный пункт питания. Кстати, для вечера это клево. И для дня, естественно, есть бизнес-ланч. А учитывая то, что это все недорого и вообще, то сюда просто необходимо приехать днем. Уедете на чистой машине со всеми правильными ароматами, да еще и покушаете. И это очень клево. Скажите, пожалуйста, мойка практически в центре города, да? Да. А цены-то какие? Цены очень замечательные, 300 рублей. Можно помыть хорошо машину и внутри, и снаружи. Мне очень нравится. Вот вы знаете, что здесь что-то включено в мойку, то, что в других местах не включено. Да, внутри можно и протереть, машина будет блестеть. Мне нравится очень. Ну а как еще по-другому то? Бесплатно в стоимость включен жидкий воск, чернение колес, продувка и смазка замков и резинок и удаление насекомых. Человеки, не те мойщики, как оно? Для дальнейших услуг жидкое стекло здесь 1500 рублей. Полировка механическая 3M и Maguire. Пленочка броневинил и дешевле, чем где-либо. Вот такая она мойка «Авангард». Я прекрасно понимаю, что вы что-то делаете бесплатно. А что конкретно? Ну, у нас в мойку автомобиля входит чернение колес, жидкий воск входит, продувка. Все абсолютно бесплатно. Зимой обмазываются все резиночки, летом убираются мухи. Все это входит в мойку автомобиля. Не берется ни копейки за лишние расходы. Я просто думаю, что в других мойках за это денежки платятся. И у них моечка получается под 600 рублей, вот если все включить. Да, да. Жидкий воск 100 рублей отдельно, чернение колес 80, муху брать 100 рублей. Если это все включить в мойку автомобиля, то на 200-300 рублей получается дороже. А еще я смотрю, что у вас здесь мест под 6 автомобилей. Вы можете в любое время сюда приехать, 24 часа в сутки вы работаете. Вот. И еще кое-что есть такое, чего у других-то и нету. Ну... Да, у нас клиенты по записи мы не работаем, мы работаем по живой очереди. Клиенты много не ждут, буквально 5-10 минут. Окошек не бывает, выезжает автомобиль, заезжает следующий. Мойка на 6 машин, людей хватает, мойщики у нас отличные. Качество работы проверяется на все 100. А потому что здесь есть чудо чудесное. В любой момент у руководства планшет. Видит, что происходит, и в любой момент руководство может приехать и что-нибудь внять. Ну, чтобы понятно было, это правильное руководство. А правильное руководство следит за тем, чтобы не чаем и кофеем питались. Те, кто хочет в бытность мытья машины покушать, на втором этаже 50 человек. Может запросто поместиться, и это в легкую, с песнями и танцами, если захотите, шашлыками и прочей грузинской снедью. В общем, я понял, где я буду снимать сюжеты и для автостопа, и для дома милого дома. Кстати, если вы не поняли, а сейчас поймете. Дело в том, что по замечательным телефонам вы можете заказать себе и мойку, и замечательные чудные примочки. Для того, чтобы ваша машина сияла. А можно и просто качественно и замечательно провести время. Вот она дивная весна. И так получается, что либо снег, либо дождь. Вот. А когда будет погода теплая, так мы снимем новый сюжет. Про деятельность этой замечательной мойки, которая располагается здесь, на улице Галиуллина, 4. Она прямо находится, прямо за мной. Вот она, называется «Авангард». Что здесь хорошего-то есть? А много чего хорошего. Вот. Я сейчас не буду перечислять, но вы приедете, помойте. Посмотрите, что за 250 рублей, а именно столько стоит наружная моечка, сколько вам добра-то сделают. А в других местах вы за это бы заплатили другие деньги. А есть еще те вещи, которые вам... могут сделать, и это опять же дешевле, жидкий воск, халява, вот, который вам придаст нужное сияние вашему автомобилю. А еще здесь можно покушать,
поесть хинкали, вот, хачапури, много чего остальное. То есть, и это все работает для вас круглые сутки. То есть круглые сутки, придя сюда, вы помоете машину, а днем вы еще и покушаете. Вот так вот.